10 сантимов 1989 года, Франция. На аверсе рельефно изображен национальный символ Франции. Портрет Марианы. Слева и справа, полукругом надпись на французском языке «Республика Франция». Слева под подбородком Марианы инициалы дизайнера реверса монеты Генри Лагрифула. Мелкая надпись «Лагрифул». На реверсе в две строки указан номинал 10 сантимов. Под ним год чеканки 1989. По бокам от даты чеканки мелкие значки. Слева рог изобилия, знак Парижского монетного двора. Справа дельфин, знак директора монетного двора Руссо. В нижней части слева оливковая ветвь, справа пшеничный колос. Слева вверху инициалы дизайнера реверса Адриана Дидоне. Справа вверху на французском языке надписи «Свобода, равенство, братство». Гурт гладкий. Монета из алюминиевой бронзы. Весом 3 грамма, диаметром 20 миллиметров, толщиной 1,5 миллиметра. Чеканилась на Парижском монетном дворе. Общим тиражом 179 миллионов 984 тысячи штук. Из них 11 438 штук монет коллекционного исполнения «Бриллиант Uncirculated». Средняя цена 20 рублей.